Давай я возьму отпуск на пару недель, ну, чтобы с Тёмкой побыть. У нас в деревне красота невероятная. Там же очень-очень опасно. Сейчас везде опасно. А где Тёма? Я отправила Тёму к его отцу. Ты телевизор не смотришь? Там который день передают, что скопление войск на границе и почти война. Заур, послушай меня, пожалуйста. Что случилось? Что? Кто тебя обидел? Прямо сейчас ты должен посадить Тёму на самолет и отправить его обратно. Почему? Что такое? Немедленно. Сказали, сейчас война начнется. Слушай, я знаю, что они там говорят. Сейчас нет сумасшедших начинать войну. Тёма чувствует себя здесь великолепно. Это очередная провокация, я тебе говорю. Отправь Тёму домой, пожалуйста! Знаешь что? Ты истеричка. Опять одно и то же. Ты не хочешь слышать, что тебе говорят, и знать не хочешь, когда тебе хотят все объяснить. Тёме здесь хорошо и спокойно. Я не отправлю его обратно. Не отправлю! Я в Схинвале! Как в Схинвале? Почему в Схинвале? Ты в порядке? Да, да, да! Тёма с тобой? Не волнуйся, я еду сейчас забирать его и родителей. Не беспокойся, с Тёмой все будет в порядке. Слушай, прости меня, я такой идиот, а? Долг. Я умоляю, прости меня. Я люблю тебя.